Почему бы если бы не поиграть? Алло. Так мы за ЗЗ еще не закончили. Ну, ЗЗ, может, и хочется закончить. Я не хочу Half-Life. Я прошел уже. Ты сам говорил. О, хочу. Так мы не сегодня, попозже, не знаю. Тогда зачем сегодня говорить? Никита, ты что больше хочешь, Half-Life или ЗЗ? Зомби мне нужны. Мы должны пройти все чаптеры сначала. Ладно. Домоеды. Домоеды, да. Ну, давайте другое, чтобы мы приходили будем. Да. Бро, мы не закончили. Ты со мной в Roblox, Даня, не пошел. Ну ты мне даже сам не звонил. Я тебе сказал, позвони, когда будем играть. Ну, а ты сказал то, что вот я хотел после зомби, а ты после зомби умер. Потому что я пошел делать уроки. Ты делал уроки? Да, прикинь. Если, короче, загрузить комнату, потом скину вам копию, и тогда зайдите прямо так. Сегодня игра? Нет. Ты на какой день делал уроки? На сегодня. И сегодня ты не пришел? Да, еще. Ну как я делал уроки? Упражнения там по-русскому одно, ну там по математике одно, одинаково. По-русскому на сегодня ничего не задавали. Охрененно ты пошел делать уроки, я понял. Учитывая то, что ты говорил, то, что ты в среду не пойдешь стопроцентно. Понятно. Отлично, уроки, да. Ну короче, я в Roblox с Матвеем пойду, раз ты не хочешь. Кто говорил, что я не хочу? Кто говорил, что я не хочу? Ты от меня откинулся уроками? Сейчас. После зомби. Кто после зомби? Вечером? Не знаю, просто после зомби. У меня как бы еще дополнительное занятие 18:20. Так, все, тут сейчас сам кодик скинул. Давай быстрее. Что у нас сразу вылетело так? Она мне тоже вылетает почему-то. Что за жизнь вылетает эта игра? При загрузке. Нет, я просто открыла, не открылся. Вот этот код, короче. Ну, я пытаюсь ее запустить. Ты можешь нормально скидывать, нафиг ты нам скидываешь. Так ты это переписать не можешь, или тебе слишком лень? Могу. Ты это, Антон, переписать не можешь, чтобы мы это скопировали. Что, да вы слишком много хотите так. Вот если бы, вот ты можешь один раз переписать, а мы, ну, два раза скопируем, но вместо этого ты, да. Ну, конечно, ничего не могу, контрол. Да, ты не можешь ничего, Что это? Нифига себе. О, имба, только я про сравнение. А в смысле, а в чём Нью-Йорк? Так, помнишь, мы не прошли ещё Нью-Йорк? Ну, а почему ты начинаешь первый эпизод? Или что, подожди. Ну, смотри, мы прошли 4 главы, ну, вот это последнее осталось. Последнее. А, всё, понял. Да. Да ладно. Я просто когда ты заново начал. Нет. Блин, как же хорошо иметь Epic Games. Свадьбы и... Так у меня тоже есть Epic Games. У меня тоже. И там мало когда раздают что-то нормальное. Вот именно, да. Когда я помню две игры, точнее, два раза раздали одну и ту же игру. Я хочу, чтобы потом GTA 5 раздали и... А мы вообще раздавали, короче, паркур, зомби, крутую стрелялку, а в итоге она не доступна для России. Спасибо. Нафиг они мне её показывают, если я её не могу взять? Эпигейм вообще даже хотели этот приз не давать этим каком-то людям, которые выиграли. Из России причем были. Я знаю. Никита зашел. Давай сейчас. Сейчас, короче, доиграем эту игру, потом в следующий эпизод будем играть еще с батом, потому что ну Никита так. Ладно. Подожди, Никита, тебе нужно полностью эпизод пройти или вот одну главу вот эту вот? Ну, одну главу.
А, ну давай сейчас тогда бота включу. Ну и... Ёбас. Выкидали. Да, пугайся. Ты испугался сам, ай. Конечно, Никита на максимум выкручен, я его и так не слышу, а он тут со своей собакой. А собака там какую-то разбудит. Он его такая. Нормально слышит. Сейчас значит наушники еще. Хорошо, наверное, слишком у него хороший звук, то я испугался этого звука. Блин, он же, Никита, ты здесь же на ней, да? Да. Он куда-то отошел бы сейчас и типа. А он ни разу не отходил отвечать. Смысле не Он на тоже не отходил, надолго он ни разу не отходил. Ну, отошел Антон на 20 минут, ну, да, мы играем, и ты посередине игры отходишь. Хорошо, тогда я буду сразу говорить, почему ты отошел, почему ты отошел. В отличие от тебя, мы не отходим во время игры. Ну так. Что? Игру и до конца игру. Потом можешь выходить. Сейчас скипаем. Окей. Okay. Вот нажал. Кто опять не скипнул? Я скипнул. Я нажал. А, опять блин. Чё за дерьмо происходит? Ебать. Подождите, я пока не могу играть. Я не могу играть сейчас. У меня... Что такое? Мне нахер всё лагает. А, у перестало. А, нет, стоп, мне какие-то подлаги, походу, кто-то... Кстати, у меня с самого начала игры уже были. Что? Как? Нифига, а, я там это прокачал, там можно прокачать. Так, а нет, стоп. Подожди, 15 уровень или какого у тебя уровня? Чё за нахер? У меня такого пулемета нету. Ну, не прокачал. А, у тебя третий, я думал, у тебя косовая, у тебя косовая, третий такой, ладно. Что за нахер? Так что, не фигня? Кто фигня? Ай, сзади, дай мне, сзади. Ура, они сейчас убьют. Ждем. Я не могу нормально играть. Нет, я не знаю. Могут быть мне перезагрузить компьютер? А чего? Машину взорвать? Я взорвала. А в смысле, ее можно было взорвать? Угу. Офигеть. Сзади. Никита, где? А где Никита? Мне лагает. Я пытаюсь сделать что-то. А у тебя же робот не лагает. Да. Мне помню то, что сам было с тирдауном. Ага, так, хорошо, что вспомнил. Так. Может быть, у меня игра обновляется или что-то в этом роде? У меня такое же было с тирдауном. Обновляется. Я не знаю. Посмотри настройки, может, у тебя что-то лишнее? Нет, у меня ничего лишнего не запущено. Но помню, у меня то же самое было с тирдауном. Типа, я запустил, у меня все жестко лагало. И в итоге там, типа, что-то, это, тирдаун обновлялся. А, или что-то загружалось. Что-то само по себе обновлялось. Обновление в очереди. Что у меня есть? Как это такое? Что это? Ну, так ничего нету. Понятно. Ничего не обновляется. Молодец, умничка. Блин, Никита, мы тут не можем долго стоять, они все приходят и приходят. И, кстати, до меня зомби жрут, мне еще похер. Мне... А я не могу играть тоже. Так. Тебя один зомби жрет. Да, один зомби есть. Попытался. Из-за чего это? Это не как в прошлый раз. А ты говоришь, прикинь, это все трупы, Дани? Сколько же трупы? Да. Это все трупы.
Че я на автобусе могу есть? А, тут можно расчленять прям там. А, нет, вот это нельзя, вот это нельзя. Не-не-не, вот смотри, вот такие только вот, которые лежат именно здесь. Да у меня патроны уже заканчиваются, Никита, быстрее решай проблему. Не знаю, как ее решить. Вот я и думаю, и смотрю все, что можно посмотреть. А, его попнули, класс. Ну идите без меня, не знаю. Да прям просто лагает, или это прям текстурки не прогружаются? Лагает, зависает. Размазывается. Мне было то же самое в Тирдауне. Потом оказывается то, что мне в Стиме не игра, не Тирдаун, а у меня какая-то, ну, игра начала обновляться. Вот. Типа в Стиме. И начала лагать. Вот потом она обновилась и перестала лагать. Ну, по идее, World War Z не должен обновляться. Так я посмотрел, ничего не обновляется. Я не знаю, может перестала лагать, может уже обновилась. Сейчас проверю. Так, назад к игре лагает? Нет. Так, ну пока я скажу, если лагает. Просто да, у меня абсолютно такая же фигня была, прям, ну, идентичная Тирдауну. И потом я потом жестко посмотрел, там оказывается у меня что-то... О, вроде не лагает. Ну, хоть что-то обновлялось у меня. Ну, просто бесит. Почему при обновлении чего-либо лагает? То есть там, походу, вообще, какая бы у тебя видеокарта ни была. Не, не лагает уже вроде, но я пока игра не лагает. Пофиг, давай доиграем. Доиграем. Просто мне не очень хорошо, у меня нету. Ну, у меня тоже. Я вообще горю. И... Не, походу лагов больше нет. Сейчас патрон найдем. Патрон еще найдем. Мне реально интересно, но это как вообще работает. Типа, какая бы ни была видеокарта, все равно будет лагать. А, пофиг на него. Помогите. А ты где? Да, мне уже помог. Пофиг, я его убил, братан. Да куда идти? Наверх? О, нифига там за мир. Да. Има. Да что происходит? Гадаю, все, у меня потом не будет жить. Я тоже. Все, ползу наверх. А что там происходит? Что мы ползли можем? Ладно, я потом костерло перевели. Тут патроны, и тут дохера всего вообще. Или это не патроны? Я откуда знаю? Ай! Меня сейчас убьют. Миллиарды зомби. О, патроны, конечно. А печка, стой, дай мне позицию. Я буду дробашом ходить, чисто, бро. Я пока тут смотрю, что есть. Да, убейте его, да. Что тут зомби сквозь текстурку прошел, нормально? Игра 2000 какого-то там года, 2020, 2018 вообще вроде. Ну ладно. А почему ты, Даня, спокойно понимала? Я почему-то... А что за приколы? Ладно. Откуда рабочий револьвер? Это Америка, у всех оружие, у всех есть оружие, да. Ну, я недавно видел, скинул это. Как в Америке везде бомши, наркотики вообще, ну да, воняют опасно. Ну и подумай, что у нас бомжи каждый на улице. Подумай, что нас бомжи убивают, чтобы они не портили имидж.
А, серьезно? Все бомжи пошли на войну. Так ему надо. Офигеть, не что внизу происходит? И, мать, это все к нам? Гранайт. Да. Тут перезревали их. Вот Трогничу. Ай-ай-ай. Ладно, надо бежать, идти дальше. Ну, Фак, у меня патрон кинул. Разный бой. У нас, кстати, Даня, сегодня по информатике был внезапный тест. По двоичным, десятичным, восьмеричным, нахер. Да. Блин, мне повезло. Она решила не предупреждать. А, я давно кто-то попал. Круто, я взял гранату, меня продамажило. Ну не из-за тебя гранату брать. Ты когда помнишь, что ты по оружию так очень стрелёшь? Бот там умирает. А помнишь, когда офигенно оружие так быстро таких убил? О! Мне в мои. Мне, короче, нажимать на кнопочку. Да. Открыл. О, нет! Быстрее в лифт! Быстрее! Никита! Да кто там? Что там? Там граната тупо бежала. Граната бы им закидали. А где бот? Он сдох. Ну, вообще, вот. А, это сон, я уже хотел поинтересовать. Ладно. Парень, дай мне стой, вернись. По-моему, ты можешь постреляй. О, цели, цели, вперед. Ни слова по-русски. Так, быстрее ставь всякие приколдосы, так. Короче, я буду за миномет. Я пока поставил ключу полку, или что ли. Кончено, что он умеет. Я пытаюсь понять, за нами ее поставить. А, вот так. Ну, да, да, да. Кстати, тупые боты, потому что они сами не могут поставить вот эти всякие сетки или еще что-нибудь. То есть это нужно самому делать. А когда ты играешь в соло или какая-то большая локация, где нужно их расставить, ну, не очень хорошо. Короче, я буду за минометами сидеть, и что? Поэтому вы едите за пулеметами. Самая легкая, еще попробуй попади. Тебе еще надо рассчитать, чтобы это прилетело, поэтому Рассчитать, чтобы прилетело по лесу. Тебе прилетит обеспечено. А в эту фабчу... А, все, тоже будет лететь? Тупой скример, я его ненавижу. Круто, зомби уже бегут. А вы уже допустили? Нет. Я отстреливаюсь. 37 секунд осталось. Все поставили, надеюсь? Я поставил миномет. А. Ну все, давайте начинайте. Начинайте. Я готов. А, ну что сам начнется? Короче, на видите, что пулемет, я буду за меня. Ну окей. Надо будет сейчас. Откуда они будут лететь? Откуда доказали?
А, вот это будет, где минет. Давай, Ники, стой, сблюет. Да, конечно. И куда мне стрелять? Сейчас я пока немного, подожди. Ща, я не добегу, я буду стрелять. И где? Ой, ё-моё, лучшая бита. Ну что, Даня, как работаем на ветчиком? Отлично. А вот это почему он? Ой, боже. Чё, не, это говно оружие, нахер. Кто-то миномёт поставил, что он ни по кому не попадает. А как мне ракетницу достать, друзья? А. Прикольно. Вот тут камеры кинется, но очень мало, кстати. Очень можешь стоять себе. Ладно, второй смеет. Так, мне патроны нужны, хорошо, мне патроны. Тут зомби пробираются, мешают стрелять. А где тут? Она будет с нами. Да подожди, мне сейчас боеприпасы нужно найти. Еще посмотрим, что ты скоро бегать мне. Проверим, ты еще бегать после. Ладно, буду повторять умереть. А, буду повторять голову. Я не могу найти ящик с боеприпасами. Блин, да кто поможет мне? Скиллорый. Кто может мне заменить, пожалуйста? Вот там ящик. Это разве не ящик с боеприпасами? Ты мимо ящика с боеприпасами пробежал, гений. Ты видишь, где я, Антон? Антон, иди ко мне, ты мимо ящика с боеприпасами пробежал. Прям мимо него пробежал, вообще, ну, проигнорировал. Чё? Бензопила. Ладно. Сдохни, 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 сдохни. Нет. Нет, 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 нет. Он умер, он умер. Ник. Помогите, помогите, у меня оружия нету. Я поднимаю. А, что это за вонючка? Нахер вдохни. Пипец. Паркор. У вас есть патроны? Да, там стоят этого грузовика. А, ура, спасибо. У меня очень нет патронов, я его не помогал. Это мне так не помогал. Я помогал, я целый стрелил сверху. Ой, я тут за мной пришел! Он за ботом пришел. А, увидел ботом. Он за мной все это время шел все. Зачем ты его к нам привел? О, нет, 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 нет! Ай! Ой, нет. Наш счет бота убьет, кстати. Прикольно, только тут на улице полная жесть. Я бы помог, если у меня были бы патроны. О, фак. А, понял. Где патрон? Ты меня это же? А, нет. У какого грузовика патрон? Там где-то должен быть двоих. Вот, где-то шел, где-то шел. А, все вижу. Прикрой, пожалуйста. Ебать! Так, быстрее. Куда вы? Поднимайтесь наверх. Мне нужна другая помощь, у меня патрон опять нету. А там сейчас уничтожат загружившую. Я буду им помогать. Так, хилка быстрее. Антон, помнишь пушечное мясо в Дурс? Да, я помню. Легендарное время.
Там все нормально? А? Я не спрашиваю. Мне сейчас зашибись. Вот АФ, а они все выпадают. Моя крыша. К вам этот бронированный бежит. А, вижу. Минус. Прикройте, пожалуйста, мне потом надо здесь. А где электрическая сеть? Где электрическая сеть находится? А, там. Отойди. А, понял, ладно. Я даже не знаю, где я нахожусь. Пошли быстрее! Куда? Убегай быстрее! Куда? За что мне важно? Ты мне хер... Орда идет, орда идет. Мне бить не запила. Опять 25? Ебать, что это? А, серьезно? Круто, выстрел из миновера что-то такое. Как из миномета нахер стрелять? Ну, вставьте в зону эвакуации в линии. Верно. Мы сейчас из Израиля поедем. Ура, поедем. Блин, кто-то застилил все мои киллы. Две ачивки дали за фул тиму с ботом и за Неф Йорк. Все, бота можно вырубать. Ой, нам не нужны шавки в команде. Кстати, тут можно быть за кого-то сюжетный персонаж, потому что это все прикольно выглядит. А, мне принципе нравится Стардору, я играю. Не похер, я на рандом выбираю людей. Так, Иерусалим. А, у меня нормально, чело, даже менять не буду. А пацаны, что думаете, основное вспомогательное и тяжелое оружие наносит на 15% больше урона, или смена на основное или вспомогательное оружие повышает урон огнестрельного оружия на 50% на 50 секунд. Ой, на 5 секунд. Похер. Так, сейчас, подожди, Даня, ты за Иерусалимского персонажа играешь? Ну, да. А, окей. Ну, выглядит прикольно, почему бы и нет. А я это, надеюсь, он не еврей, да? Пожалуйста. Конечно. Не-не-не, он сказал, что не еврей. Не-не, кто сказал? Может, тогда уж в выходные поиграем в Half-Life? Ну или там... Может быть. Потому что, Никит, ты все же купил Half-Life, там должен поиграть ты сам. Я купил это для того, чтобы у меня были все текстурки в Гаррис Моде. Чтобы не было чернофиолетового. Ну, а играть не хочешь, что ли? А чё, конечно, играть мечтаю просто. Утечка мозгов. Круто, при мне зомби спавнится. Круто. Появились. Прибежали. Ладно, тогда будем играть, не знаю, тихо.
Ладно. Я, кстати, баг в игре нашел. Крутая игра, но всего лишь табаганная. Автотурель. Теперь надо как ее заспавнить. Спасибо, игра. Ай, кто? Ты какого хера? Установить автотурель быстрее. Турель, стреляй по этому чисто отлично. Да, тебе тут пусть горел. Разберись с ним. Отвали! Отвали! Я активировал. А нельзя, кстати, таран забайтить? А нельзя тарана забайтить, чтобы он ломал вот эти вот херни, для которого таран нужен? Нельзя? Подожди, есть такие, знаешь, ящики, и там типа говорят то, что нужно их это сломать, для этого нужен таран, а нельзя этим зомби протаранить? В смысле, какие ящики? Что, нужно это? А вот а таран нельзя, чтобы он пробил эти ящики? Не-не-не-не. Ты пробовал? Скорее всего, нельзя. Блин, это тогда было еще. Так он редко спавнится. И хер его забайтишь. Редко спавнится. Тут, я помню, один раз, два особи за несколько спавнили. Похер. Редко. Ну все, я игре побежали. Да, я две минуточки иду. Стреляйте по ним. Нажмите, чтобы стрелять. Да, да, конечно, стреляйте, нихера не попадайте. Ой. Крутая тактика. Это типа вы почувствовали, что вы на прицеле. Да. А почему? Вот это как это работает? Что? Ну вот смотри. Короче, ты понял, вот шел обычный зомби, он резко стал просто особен. Ну, в плане гранаты. Это потому, что ты его заметил. Это так работает. Типа бежит какой-то зомби, ты его замечаешь, и потом ты осознаешь, что это за зомби, обычный или особенный. Даже, по-моему, есть ачивка, типа... Не-не-не, я его еще раньше видел. Он бежит, и вот только когда он ко мне подбежал... Когда рядом с тобой, да, у меня то же самое. Ко мне таран бежал, потом он ко мне близко подбежал и засветился красным. Так это работает. Ладно. Типа... Ну, значит, Байдена игра. Роблокс лучше. Фак. Пигрин ко мне подбежал. Ну давай, поднимись, залезь. Фак, идиот. Почему никто не сел за пулемет? Я даже не знал, что они вообще есть. Ну вот там стоит. Да что за аутиц, у меня патронов нет. Ну, он тебя украли. Да, так и есть. Мы могли бы, кстати, когда тебя разбанили, поиграть бы Бэдвардс, там, короче, я тебе рассказывал, там, а, не, хотел рассказать, не рассказал, там, короче, добавили режим один на один, и там и такое дерьмо. Рассказывал? Да вроде нет. Там, типа, так... Охренеть, реально, когда ты успел рассказать? Мне не рассказывал. Ты даже в Бэдвардс не играешь, мне не рассказывал. Вот как убивать чела, я к нему иду реально в середину, меня берут нахер молниями с неба херачат. И убивают. Ну, кстати, и надо. Ну, задонатил на всю свою семью вот эту игру. Божья кара. Бомбардировка. Да фак. Не то взял. У меня теперь не с пулемет, как это было, но винтовка. Да, винтовку против толпы с зомби есть. Карма, Никита, ой, да, вот тебе карма. Что? Мне сорвал Никита оружие. Ты его мне одолжил. Нет! Нет, что это за гигантский утиль бежит? Он сейчас взорвется, нет! Круто, ко мне какой-то ау подбежал и решил на это самоубийца. Ай, чё меня, меня в зомби взрывает, это норма? Не указывай мне, что делать. Где вообще? Когда где-то?
Да, я больше половины обоймы потратил гигантского автомата, чтобы убить кого-то ауту, я же не понял, кто это. Еще был пример. Дом. Не заделывай. Короче, двое снизу, двое, я один сверху. Мне похер. Стойте тут, защищайте, я пойду наверх. Да. Много что-то хотел, наверху, конечно, легче броняться. Тут ты что, прикалываешься? Наверху вообще сложно броняться. Нет, далеко. Нет. Тут очень много зомби идет. Что, круто, зомби подошел, начал башкой бить доски. Я не могу ничего построить, отличие от тебя. Ты там можешь это, делать оборонительные штуки, а они меня просто поднимают. Да, лучше меняются, что вообще это. Но раз там это... Тебе тяжелее там, то давай я буду нести. Мне нравится, потому что я стою рядом с евреем, я могу ему лицо. Ты что, блин? Чего? А где я не понимаю, тут ящика вообще нет на всякие турели или еще что-то. А, я уже использую. А, ну ещё ставь, и в итоге сам себе поставил. А тут гранатомет, он не пустой валяется? Ой. Я упал! Вот, смотри, не хватает. Чё у меня за оружие? Оно вместо пистолета, чё-то откуда гранатомет, но при этом это как пистолет. А, да, это как он... Е-мать! Круто, я сейчас сдохну. Чё это ещё? Такое дерьмо. А застрой. Как? Просто подходишь, и толпа зомби тебя съедает. Я пошел наверх. Да, если за тебя будет написано, что евреи в беде, но твои проблемы. Еще кончили. Ну да, хорошо, что у него проблемы. Защищайте низ. Да, защищайте низ. Я такого поставил турель, я не могу пускать. В отличие от тебя. Ты еще кончил, я стою сверху, прикрываю вверх. Его этим. Прикрывай вверх, меня жрет толпа зомби, прикрывай вверх. Я убиваю особенно там. Да, стили шкилы, конечно. Круто! Тут гигантский таран прорвался через окно в дом. Супер. Ой, давайте договоримся. Ой, да, конечно, не справился там наверху с легкой позиции. Я пошел к тебе, потому что ты не можешь справиться. Давай. Испугался. И работай, Никита. У тебя окно открыто. Так это не я его открывал. Круто, я выстрелил, в итоге он куда-то нахер снаряд улетел. Отлично. Ты куда побежал? Так, с первого зрения. Почему мы не забыли гримировать дверь? Не знаю, у нас зомби стоит ломится. Похер. Так, с ним все хорошо. Давай бежим, Никит. Ой, нет, подожди, там турель закрутая. Вообще кончили, что ли? Спасибо, Антон, я случайно теперь на Windows нажимаю. Ура, сначала помоги мне, а потом... Что?
Кто на меня зомби сверху падает? Игра, алё. Игра говно. Дерьмо! Дерьмо! Что происходит? Что, как здесь протужить? Что это было? Я тебе помог. Куда еще нам надо? Я хочу взорвать эту корабль, ящик. Я пока буду дальше портфель искать. Ящики что, взрывать можно? Ну, этот, компания взрывопроводного заряда. Ладно. Я пулемет на дно нашел, кстати. А, офигеть, это можешь тебе. Где ты хочешь себе расширную винтовку? Ну, у меня есть штурмовая. Что здесь нахер задержать? А, кстати, у меня огнемет есть. Мне поднимать папку? Что поднимать? Портфель. Не, классическую штурмовую винтовку оставлю. Опять этот горлов на меня вылезла, короче, не вижу его. Мы бежим. Спасибо. А ты даже и не сопротивлялся. Я бы тебя подлечил, у меня нет аптечки. Ну, по лапу у меня. За 5 робуксов. Красивый дел. Я могу это закрыть? Нет. Он, по-моему, на втором этаже должен бежать, если ошибаюсь. Мы с Никитом и поднялись. Да-да-да, я нашел. Все, понял. Антон, у тебя все хорошо? Блин, отбивай за зомби! Я весь пулемет сейчас взял. Поем, где Никита? Я грохнулся. Никиту поем. Меня нахер убивает какой-то утис. А, Никита, Никита вообще сдохнет. Ой. Ну тут таран, я что с ним могу сделать? Конечно, я бегу к вам, тут ко мне нахер таран бежит жесткий. Как тарана контрить? Я его расстрелял, бегу. А я не знаю. Нет, спасибо, да. Ну, конечно, что Никита тут какая-то дезориентация постоянно. Так я к вам бежал. А я бежал к вам, а мне навстречу таран. Я его нахер расстрелял, а он проигнорировал. Ауй! Ой-ой-ой-ой! Ты где, Антон? А вот тут самый я таран. Бегу. Я, по-моему, сейчас сдохну. Я бегу к Никите. Блин, я бы подбежал, меня закрыли. Я не могу. Опа, фак, последнюю миллисекунду нахер. Нам а там сверху спрыгнуть что ли можно было? Мочи! А, ну конечно, всегда. Конечно, всегда, когда я. Всегда, когда я пытаюсь спрыгнуть вот так вот сверху, как сейчас, там невидимая стена. Давай быстрее. Куда нахер бежать? Давай я тебя вашу. У тебя нет аптечки там? Нету. Как же не знаю, тут крик на часовой подубил. Антон, может просто свалим? Куда? Вот. Ой, нет, крыш. Ты помнишь это ужасное место? Ага. Ты же понимаешь, что у нас тут трое теперь, а не четверо, но мы зато трое. Ну зато у меня нет хп. Чё, куда эти аутисты бегут, он сынок? Блин, я... как мне туда попасть? Да, игра, спасибо! Я выстрелил в эту толпу базукой, ну, персонаж решил это под себя, как в арсенале. Есть граната, вот такого не произойдёт. Зомби стал. А где Гринбольд? А где он? Он сзади меня. А где Гринбольд? Уже влюбился, уже влюбился. А, таран! Где? Таран? Где? О! У меня оружия не осталось нахер.
Патронов точнее. Где патроны? Где патроны? Где патроны? Подождите. Тут аптечки есть, возьмите. Мне игра забагалась, я не могу брать оружие. Алло, игра! Он меня сбил, это может, да. Патроны пополняем, это пополняем. А где аптечка была? Ну, где это было? Я там была аптечка. А, ладно. Мне нужно хоть что-то, потому что сейчас сдохну, прямо сейчас. Аптечка, наконец-то. Где? Дай аптечку. А, смотри, вот аптечку еще возьми. Еще возьми. Ура. Долго ты где нахер вообще? Мы тут собираемся, а ты где? Уже, я буду далеко. Нет, не пойду, только за шоколадку. Двухстволка, двухстволка. Ну это лучше, чем это взрывающееся говно. Или не лучше? Нет, не лучше. О, нет! Да блин, Никита, ты задолбал уже. Ура, я задолбал, спасибо, лучший тиммейт. Так я любовался видом, аутист. Чем? Тобой. Залюбовался. Ну, открыл ящик, там какой-то понос был. Нет, скорее всего. А, нет, подожди, есть, скорее всего, промка. Туда жить весь. А где толпа зомби там? А, вот он, отлично, нормально. Она идет. Я сейчас нахер всех перезрываю, у меня еще и гранатомет. Ой, черт. Персонаж, ты можешь немного побегать, пожалуйста? Ну, если хоть... А, таран, таран, Майло. Еще тут робот, зомби, который нахер взрывается. Ну, все. Много там еще, блин. О, нет, еще мало. А это говно, блин! У меня есть гранатомет, я могу толпы взрывать, а потом еще там пули перезаряжать, и у меня это перезарядится. Так что, блядь. Бесконечные гранаты, по сути, это у меня есть. Быстрее, 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 быстрее. А, нет, там! Меня окружили, я не мог никуда бегать, что делать? Нет, пацаны! Я около вертолета. Вперед, 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 вперед. Пока нет. Отлично. Успели. Жесть, сколько тут мы бы не смогли бы. Обалдеть. Не, это для сапа добавили. А так-то, ну да, там было много, но не так. Просто знаешь, что когда прям вот много зомби бежит, то прям когда они уже подбегают, то не прям так много почему-то. Смотри, когда став идет, то наоборот больше становится. Не, не, когда знаешь, вот когда написано типа уничтожил, там же прям, знаешь, прям сотни бегут. А, да. В итоге прибегает немножко. Угу. Потому что мне лагало, я не знаю, или чтобы да, посрать. Чтобы не прибегали.
Ну, я думаю, если вот бежит толпа, можно же просто, ну, опять же, вот я, допустим, снимаю, как бежит толпа, а потом в слоумо просто следить за каждым зомби и не знаю, чего они нахер бегут и исчезнут. Или как-то в толпе смешается и половина исчезнет. Как это? Можно, наверное, просто следить и увидеть, как они исчезают, или может не исчезают, все-таки я хер его знаю. Знаете, как называется пистолет-пулемет? ТМП-5. Ура. Автомат. АРК-103. Пак. Пакмен. Странно, когда они не могут называть свое оружие. Ой, что-то... Неприятненько. Сейчас, пацаны, подожди. Давай вот так. Минус прикольный. Я пришел не один. Урон огнестрельного оружия повышен на 10% для вас и вашей команды. Блин, надо было это покупать. А, ну все, наверное, тогда... Не, думаю, я не смогу сейчас уже играть. Ну, типа, я хз. Сейчас 17.45, у меня 18.20, доп. Занятия. Но оно у меня по компьютеру, короче. Ну, да, короче, дома. Вот. Типа, если мы успеем доиграть, в 17.10, типа, я выхожу, да. Понятно. Мы успеем эту главу доиграть? Эпизод? Не знаю. Никита, в принципе, хочешь, можешь в субботу пойти на мой турнир смотреть. Есть... У меня в субботу нет других в целом дел, конечно, особенно если это будет рано утром, вообще других дел не будет, конечно же, да. То есть, ну, какое да, там, зачем давай. Спать рано вообще, утро. Зачем там, не знаю, зачем? Играть. Отдыхать. Ну, зачем тебе это играть? Давай со мной, поедем, поговорим, поразговариваем. Ура, да. Возможно, на градации. Бомба, фантастика вообще. Фантастичное что предложение, это? Но мне придется, да, конечно же, отказать. Играть в Roblox? Нет, быть на турнире. Но если этот турнир будет в Roblox, то я буду. Сыграл максимально этот стелс. Класс, я хочу стелс, достаю пистолет, и он в итоге на меня сразу начинает бежать. На тебя начал бежать пистолет? Нет, ты какой пистолет? Ты сказал, что ты достал пистолет, и он сразу начал на меня бежать. Я говорю, и они сразу начали на меня бежать. То есть пистолеты. Понятно. Я вижу очень большую толпу зомби, которая бежит мне к нам. У нас бомжа убивает. Еврея, точнее. Куда ты не побежал? Что он делает? По-моему, наоборот должно быть. Ты должен где-то сидеть. По-моему, бежать должен быть, если он ничего. Ну, рано, Антон, спасибо. Ну, давай, Никита, я тебе разрешаю. Что ты мне разрешаешь? Я это, кстати, пытался открыть. Да. Я это пытался открыть, но это не открывалось, кстати. Не открывало, да. Из-за вас не открылось. Что с ним было? Ну, хотел показать свою силу. А то опять же это дерьмо прыгнуло. Что это за хал? Как же долбался. Ну, еврей, отойди! А, кто это нахер? Да умри, да умри. Это мы еще, кстати, да, не начали будет. Страшно. Да нахер мне миномет, он немощный, он нихера не делает. Поставь его куда-нибудь. Нахера? Я помню, был миномет, я хотел бы... Ты говоришь, ты тупой. Так я его даже не эквипнуть, его кто-то другой эквипнул. Я взял миномет, хотел выстрелить в толпу, в итоге, ну, в абсолютно в другую сторону он полетел. Им даже управлять нельзя. Ну да, ты его ставишь, определенно, так работает миномет.
Круто, передвинуть нет. Тор Дефенси, минометчик другой. Более крутой. Ну да, игра это дерьмо. Тор Дефенси лучше. Там продуманней. О, таранчик. Сзади тебя, Антоша. А, не, сзади Дани. Он побежал на Антона, но потом мимо него жестко пробежал, да, передумал. Да, почему в таких играх, когда выбираешь какой-то персонаж, сразу хочется вжиться в его роли? Вжиться в его роли. Да, конечно. Ну, сидя от тебя, зомби, ну и что? Ну, взял ты персонажа еврея, все, теперь ты еврей. Это что? Моя точка. Ну, блядь, что-то, тебе все равно было, не мертвый. Я вот этот скорее поставил, поэтому... Да, Антон, крутого ты персонажа выбрал, да, вживаешься в роль персонажа аутист, ну и ты немного, да. Ненавижу такие игры, я обстрелю толпу зомби, сейчас, конечно, за ними какой-нибудь, не знаю, таран, зомби самоубивающийся. О, опять это дерьмо меня прыгнуло, пожалуйста, спасите меня. А ты где? Стреляешь, меня зомби убивают. Где ты? А. Все, меня уже спасли. Блин, успели. А где? Где вопрос мои патроны? Алло, игра. Нет, нет. Восполнить боезапас. Персонаж перезаряжается. Почему ты мне бежал обычно? Зомби превратился в зомби с гранатами. А где этот бомж-то? Он где-то сидит. О, таран. Ой. Не надо. О, нет! Тихо! Как мне таран убивать, если на меня другая толпа бежит? Помогите! 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 Беги, беги! У меня... Нет! Гоголь в безопасности. Гоголь в безопасности, что происходит? Где он? Я думал в безопасности. Ребят, может мне помочь? Да, все поможем, подожди. А давайте без давайте. У меня патроны закончились! Ребят, ты сейчас сдохну. Да блин, сейчас сдохнешь! Я тоже сейчас сдохну! Так я тоже сейчас сдохну. Я живой. Игра, где мой патронный вопрос? Зомби цыгане или что? Патроны. Патрончики мои сладкие, так это мы лутаем, это мы лутаем. Мне бы тоже прикрыть. Перезаряжайте, аутит. Ну сейчас сдохнешь, конечно. Так, держите. О, да. Все, мы выдержали позицию. Да, я его видел, кстати. Да, мне не понравилось. Мне прикольно. Окей. Возьми на один оружие. А двусовка сойдет для... Иди, мальчик, заткнись. Это что за чудище? А, это крыса. Знаешь, никто не открыт. Что за чудище? Да,
Чё, кто-то протарался? Отлично, чуть остался. Прямо на месте. Вот так он нас туда не прошли. Вот на петали мы вам даже не... Ага! Да, спасибо, yes. Я думал, что нам не судьи. Я тоже много чего думал. Я тоже запускаю первый. А, не запускай. А, не запускай. Как не пробоваться? А, все. Попроси держу. Куда думаете? А, хотя в гранату в тебя кинуть, конечно. Взаимодействовать. Так это наверху надо, значит, надо пойти наверх. Нет, не в ту сторону, не в ту сторону идешь, Никита, ёп! Блин. Вот враг сейчас все понимает, а здесь он ничего не понимает. В смысле ничего не понимаю? Что, чё, чё ты услышал? Знаю, как будет более сделать все. Чё? Ну, умею я на кнопку мыши кликать, а что? Круто, деда сжирали, вот там нахер куда-то убежали, молодцы. И, по-моему, я один деда защищаю. А он уже не нужен, что ли? Деда защищаешь? Да. Ну, жрал его зомби, а что? Ну, только он все, уж прибежал. И я вместе с ним. И... Он прибежал давно, стоял тут 10 минут. Минут? Круто, ты серьезно? Вы убежали там вдвоем, и деда, говорю, защищал, ужрал монстр. Он стоял тут. Ну, да, прибежал и стоял. У меня на записи все гений. Он не прибежал, он все время с нами ходил. Ну, он будет защищать, не видно, тут где такой научился. Ну, не буду больше деда защищать, ладно. Забью на него. Евреев, причем евреев нельзя защищать. А что поделаешь? Ну вот, я деда взорвал. На ему пофиг. Хорош. Ну, да, да. Ну, Ники, давай, ты первый, давай, ты идешь первым. Нет, нет! А, все, у меня патроны закончились. Я тоже. Не подходи, да, взорвись еще. Ты не знал про их существование вообще. А ну не стой, не взрывай пока, они сейчас зомби сами нормально. Да, не взрывай, не взрывай. Они только с одной стороны будут бежать? Не, надеюсь, сзади они не побегут. Почему я смотрю вперед, у меня зомби летит? О, нет, ребят, да. Это уже да, потому что. А, ладно, мать. Ребята, обойму тебе. Я целую обойму спину не дам выстрелил, да, круто. Нахера вопрос, я этого учиться защищал. Обратно прийти в кроватке. В измерении. Да. А вы на меня сзади! Что вы сзади? Да на меня опять это дерьмо прыгнуло. А, понял. Я ненавижу это. Заходим сзади. О!
Нет, беги быстрее, беги. У вас сейчас или жопа будет? Потому что... Так, у меня и патроны закончились. А, вот патроны. А до этого не надо было защищать. А тут нет легкого автомата? А. Давай, твою. Запчасти, запчасти, быстрее, быстрее, быстрее. Я нашел автомобильные запчасти. Найди. Я не вижу. А, не я не могу. Я не знаю, где ты. А у меня уже 18:00 будильник. 10 минут мы успеем доиграть опрос. Да, да, да. Ай, это не последняя глава, по-моему, меня съедают нахер. Да, ну почему это такие мощные? Как это мне вопрос? Ну просто с ног валит. Я откуда знаю? А это Никита, я хочу сейчас сдохнуть, меня спасти не хочешь? Нет. Я перед тобой лежу и умираю, другой, давай, давай, давай. Это все вопросы к Дане. Самое бесполезное. У вас есть аптечка? Ты что, вообще охренел? Ты самый бесполезный. Я доставил одно говно. Я сейчас тоже доставлю. Я сейчас тоже доставлю. Размечтались. Надо чуть много. Ааа, чудо бежит! Чудо ягурт! Я его забайтил. Отлично. Тебе Кирилл в бодиболе забайтил. Даже без способности. Много раз, я помню. Я в ту сторону бегу, и я... Вокруг, ну... А. А, ну спасите этого деда. А чё? А чё он деда? Ну, его помочь надо. Ну, помогите. Ай, ты меня чуть не убил. Я знаю, потому что ты ишь прям передо мной. Ура, ну тогда не стреляй. Быстрее, у нас три этих груза осталось. Два груза, быстрее. Где они? У кого-то есть два еще? Сейчас посмотрим. Ну, нет, у меня не нету. Почему я максимум один могу брать? О, фак! А почему тут рейс стоит? Какой я бесус тут дверь поставил? Я ничего не ставлю. О, фак. Прибрай меня. Нет, отойдите. Нет. 15 секунд. Ну, быстрей. Дайте спасти его. Кого? Все. Быстрей, справимся около этого гона. Я хочу упадеть, меня просто что спасибо. Мне, кстати, крутые оружки сейчас были. Ой, верно, дрифт. Мне прям мега крутые оружки были, кстати, да. Ну нафиг, блин. Все эпично уезжаем от зомби. Дриш. Уа, как же это было эпично. И там даже быть много. Помнишь, я раньше говорил, типа, что у меня при загрузке карты подлагивают, например. Ну, типа, как в Fortnite и других. Ну, типа, когда карта. Короче, у меня больше не подлагивает. Ну, то есть, меня загружают вообще без лага. О, прикол. Угу. Я тоже. Сейчас все, Никита. Да. А потом я смогу играть, наверное, только в Roblox. Ну смотри, сейчас сколько вот тебе... 18:20 дополнительное занятие. Сейчас подожди, завтра первое занятие с преподавателем 18:20. А сколько оно длится? И хер, сколько оно длится? Ну минут 90, наверное, или я не знаю, или 45, я не помню. 90? Ну одно 90, другое 45, это я не помню сколько. Но а наверное много. Я не знаю, у меня занятия в понедельник и в среду, ну каждый понедельник и в среду, вот. Ну, короче, да, я после доп. Занятия смогу поиграть только в Roblox. Ну, как бы нет, почему? Но как бы да, потому что мне нахера знает почему. Потому что потому. А давай дальше проходить. Ну ладно, будем еще потом проходить, когда-то. Понял?
Так. Понял, да. Ага. Понял. Иерусалим. А, тут всего 3 главы, серьезно? 4. А, 3. Три. Охренеть, чудо. Ну да, вот потом да пройдем. 4, в Токио 3 тоже. В Марселе, в Марселе. Я думаю, везде 4. Блин, тут еще всякие, вот знаешь, я вот туда ни разу не играл, всякие там типа онлайн, там типа зомби против людей, там вот просто я ни разу ни в какие режимы вот туда не играл, а там много режимов, и тут еще вроде есть какие-то режимы. Да, надо эти две игры изучать. Надо вот будет играть много в Left 4 Dead и World War Z, чтобы надо World War Z пройти, надо пройти Left 4 Dead, и там режим еще исследовать, да. А если бы вот реально одного игрока не хватает, ну, в трём вроде нормально, но вот, конечно, да, в четвером все не контролируется. Да про то и про то. Там надо пройти сюжетки, и там надо испытания. Ну, он да, ну, как бы, да, ну, можно вроде, но что-то я не знаю. Ну, можно, наверное. Так, выйти на хер. У кого-то есть. А, ну да, у Кучера, да, у Мурко вообще ничего нет, он бомж. Да, кстати, советую вам купить «Русы против ящеров» игра, да, там скидка 12%, правда, наверное, она закончилась, да. Тебе купил. Я ее купил. Да я нахер в эту дерьмо не играл, я вот купил «Русы против ящеров», да. Она на английском, вот если бы она была бы на русском, кстати, маме симулятор, я бы хотел, чтобы она на русском была. А тебе надо английский подтягивать, Английский подтягивать, бро, годдэм. Я в «Бладибол» играл, там у чела 22 победы, и он мне предъявляет за скилл, потому что он, ну, закрысил меня. Сзади меня появился из невидимости, да, крутой. Вот, потом еще писал, типа, скилл, где скилл, и в итоге потом миллиард раз его убил. Вы знаете, что тут, оказывается, у каждого персонажа есть своя история и видео даже есть? Я вроде знаю. Там типа, да, есть предыстория, по-моему, коллекция, какая-то. Коллекция. Там предыстория, я вроде знаю, есть. Видео нахер. Ну, заставка есть. Подожди, Да. Ну, прикольно. Я 2460 часов, ну, наиграл в ОБС. Конечно, Даня, давай. Почему вопрос Антона сказал про то, что, типа, я играю в ОБС? Ну, потому что ты мне высветишь, что у тебя ты играешь в ОБС. Так у меня это всегда высвечивается. Почти всегда или вообще всегда? Я до этого не высвечивал. Я именно зашел в игру, мне сразу же почему-то высветилось, что ты играешь в ОБС. Ну, что ты играешь в ОБС? Я этого не высветил. Что делать? Что да, делать? Три звонить. Не будет акции идея пойти против людей, там, или я не знаю, как-то конкретно. Куда? Ну, не знаю, тут просто есть какие-то захват точек есть. Не, World мне не нравится онлайн играть, потому что там нельзя люди против зомби. Вот если можно было, то прикольно. Там можно люди против людей, можно было так сыграть. Нет, не нравится. Только попробовать хотя бы. Нет. Круто. Я хочу играть за звонки. Я хочу играть. Все, пока тогда. Okay. Че, выстрел под конец? И начали его в рот обработать. Идем по звукам. Ну, сломался голос у него, что он не выдержал. Так, блин, 10 минут подготовиться. Наверное, хватит.